Мамочки, мама, мама. Доброе утро, ура, ура, работа, счастье. 6 утра встал, поднялся, почти всем вышел во двор, увидел колесико спущено у машины по закону подлости. Ну, вроде как подкачалось оно, оно частично, смотрю, спущено. Ну, где-то приспускает что-то. Но мне главное доехать до автобуса с коллегами, погрузиться в него и ехать. Сегодня два мероприятия. Одно частное, второе по билетам. Одно в Ленинградской области, второе в Новгородской области. Ой, дай бог все состоится. Частное, надеюсь, погода не подведет, и все состоится, праздник пройдет. И все, я там с пузырями. И по билетам не запретят в последнюю секунду, зрители придут. В общем, как всегда, знаете, думаешь о хорошем, но понимаешь, что может быть всякое, особенно в наше время. Ладно, поехали. Ну чего, частный праздник на частных дачках. Не снимаю. Лайфхак. Мужики, если хотите волосы дыбом, лучше это делать вниз головой и лаком попрыскать, и она застынет, голова, прическа. Жду, когда застынет. Ля. И красота. Прическа называется «Я у мамы дурачок». Говорят, раньше, после исполнения номера, цирковые страшно нецензурно выражались. Так и появилась знаменитая «Хоп-ля». Мамочки, мама, мама.